Фурбанк всегда стремился идти в ногу со временем, всегда динамично развивался. Неизменным оставалось лишь доброе и гостеприимное отношение к тем, кто хотя бы однажды распахнул двери банка. Главная фишка нашего банка – все-таки мы не на словах, а на деле пытаемся сохранить и сохраняем индивидуальные, личностные, хорошие отношения с нашим клиентом. Только за первые полчаса с момента открытия нового отделения, кстати, очень красивого и просторного, сюда заглянули несколько горожан. Зашли, и нам понравилось вот льготные условия, процентная ставка нам очень даже понравилась. Надеемся, что мы станем клиентами банка. Несмотря на зрелый возраст, Фурбанк стремится быть очень современным. Даже цветовая гамма нового отделения непривычная. Яркий и дерзкий оранжевый сменил синий, который долгое время был в тандеме с белым. Одновременно с открытием классических банковских подразделений мы развиваем и современные цифровые сервисы для того, чтобы наши клиенты могли получить полноценное банковское обслуживание в любой точке страны. Оформить кредит, положить наличные на депозит, обменять валюту, заплатить коммунальные платежи – все это можно сделать в новом отделении Фурбанка, расположенного в густонаселенном районе на Юрина 202. Эти люди уже не прошли мимо, теперь очередь за вами. Красиво, просторно, уютно. Будете ходить сюда? А куда я денусь?